всех зрителей телеканала Russian Music Box. Наш физкульт-привет мы шлем вам сердечно, горячий, пламенный из спортивного комплекса «Зебра», который находится на Каланчаевке, номер 16. Сегодня у нас в гостях королева русского R&B Бьянка. Правда, без короны, но это не мешает ей выглядеть. Я всегда без нее, кстати. Я где-то ее потеряла. Что очень здорово в российском шоу-бизнесе. Мы продолжаем развивать наше тело, нашу мускулатуру, возвышаться над суетой, поднимать силу духа. И все это в программе «Раздевайся, не стесняйся». Меня зовут Оксана Устинова, и мы начинаем. Гутоперчивой походкой мы заходим, we are four. В самой удобной одежде, чтобы разорвать дэнсфлор. Разорвать дэнсфлор. Разорвать дэнсфлор. Руками, ногами пляшем, парни смотрят так жадно. Дробоскопы оба-оба делают вечер нарядным. Делают вечер нарядным. Мне принесла на крыльях. Так. Информацию о том, что в детстве Бьянка практиковала тяжелую атлетику. Знаете, я, честно говоря, была немного повержена в шок, потому что такая миниатюрная, хрупкая внешняя девушка никак не ассоциируется, да? У меня, да, с тем, чтобы она занималась тяжелой атлетикой. Но учитывая, что у нас здесь лежит специальный груз, да, как его назвать? Ты знаешь, он как-то специально называется, но я не парюсь. Специальная припадина, да, которая, между прочим, не просто лежит. Типа как гриф, ну, да, такой специальный. Да, она действительно тяжелая, внутри, видимо, есть какое-то наполнение. Мы сегодня будем демонстрировать какие-то... Молочный шоколад. Да, я сегодня, друзья, покажу вам такой очень-очень маленький комплекс упражнений, благодаря которым вы, дорогие женщины, сможете... Мужчины тоже смотрят. Ну, вряд ли мужчины благодаря этому комплексу будут держать себя в форме, там им что-то потяжелее нужно. А вот девчонки, женщины, если, конечно, соблюдать еще какую-то минимальную диету, не есть блины каждый день со сгущенкой, то, в принципе, вы сможете постоянно поддерживать свою талию, попу, все остальное в тонус. Да, друзья, у нас есть пример неподражаемого тонуса. Неподражаемого тонуса, да, действительно. Бьянка демонстрирует собой настоящий физкульт. Привет, настоящий физкульт, привет. Настоящий физкульт, привет, поэтому я жду и сделаю тоже мне такое же. Звезд российского шоу-бизнеса очень популярно воспевать разные конечности тела в своих песнях. Так сделал Эльвана, пропагандируя движение локтями, и за ним последовала Бьянка, или это было до, кто кого предвосхитил? Я не думаю, что кто-то за кем-то следовал, во-первых. Это просто была, ну, трек, на который я написала слова. Как... Ты обиделась? Все хорошо. Я очень обиделась, и я теперь не буду спать. На самом деле, просто написала слова, как, в принципе, для тысячи своих других треков. Вот. Руками и ногами. Я видела этот видеоклип. Мне очень понравилось, что там такой минимал. Ну, а-ля Бьонсе. На самом деле, просто минимальный клип очень уместен для хип-хоп музыки и R&B музыки. Поэтому это как бы классика. Как попсе там что-то, я не знаю, стразы.
ладно, вообще не сразу. Мне кажется, R&B сразу. Нет. В R&B золото, друзья. Richard Beautiful, друзья. Так вот, я должна заметить, что твое звучание несколько достаточно кардинально изменилось. Я сотрудничаю с одним и тем же битмейкером уже на протяжении 8, наверное, лет. 8 или 6. 7 лет. Вы в очень... поиске до сих пор? Мы постоянно все в поиске, мы вместе с ним развиваемся. И я всегда любила R&B. И музыка, трек, который вышел уже очень давно, он был, конечно же, экспериментальным. Я евроденс, не могу сказать, что я большая поклонница этого стиля. Я тоже. Да, ну просто я решила пробовать, мне очень понравилось. Вот. И что касается звучания, то мы постоянно пробуем, и каждый трек, мне кажется, звучит абсолютно по-разному. Конечно же, интересно узнать, что дальше. Дальше, друзья, совсем скоро выйдет уже трек в цифре на iTunes, который называется «Я не отступлю». Вы уже могли его видеть на некоторых каналах лайвом. Вот. И, соответственно, совсем скоро я сниму на него клип, который будет сниматься в Нью-Йорке. Это будет первый раз, когда я буду снимать видео не в СССР, это, во-первых, а во-вторых, ну, в бывшем постсоветском пространстве, а во-вторых, я вообще первый раз в жизни поеду в Америку. Слушай, ну, что для меня просто, у меня просто радуга эмоций внутри, потому что я очень с детства мечтала съесть, посмотреть, как там живут люди, все рассказывают, что очень круто, вот. Но это не главное. Главное то, что совсем скоро будет мой новый альбом, который, я надеюсь, вам очень понравится, и звучание в нем еще более инакое, чем даже в предыдущих треках, которые вы уже слышали. Дорогие друзья, чтобы веселее было шагать по жизни, мы все-таки продолжаем демонстрировать то, как Бьянка держит себя в форме, учит этому меня и, соответственно, посредством меня, и все вместе учим этому вас. Не переключайтесь, это Russian Music Box, меня зовут Оксана Устинова, программа «Раздевайся, не стесняйся» и «Зебра», радушно открывшая для нас в очередной раз двери, также приветствует вас. Информационный партнер программы «Джевели Гарден» – журнал о лучших ювелирных украшениях, тенденциях и брендах. В новом номере эксклюзивное интервью супермодели Полины Аскери «Взгляд на лучшее». Легендарная Барбара Хаттон и ее драгоценности. Ода женщинам, без которых не было бы лучших друзей девушек. Новые бренды, тренды и имена. «Джевели Гарден» – все самое интересное о драгоценностях и драгоценных персонах. О чем мечтают миллионеры? Как Тимати стал философом 21 века? Во что играют настоящие мужчины? И лучшие советы для женщин в новом номере глянцевого журнала Prime One. Журнал, который вдохновляет и обогащает. Берем некую полусферу. Вот так размещаем ее на полу. Именно пузиком. Это для того, чтобы скорее прийти в тонус, чтобы... Здесь работают абсолютно все группы мышц. Очень важно просто правильно делать это упражнение. Известно, все артисты, ну, большинство из нас, я тоже себя с недавних пор причисляю к артистам, очень любят пользоваться социальными сетями. У нас есть прекрасная возможность благодаря программе «Раздевайся, не стесняйся» затитровать твои социальные сети внизу. Друзья, ищите меня в Твиттере «Собака Бьянка Number One», один пишется цифрой, и в Инстаграме «Бьянка Рене Б». А выйдет в Инстаграм, кстати, фотография наша с тобой совместная? Да, конечно. Ну что ж, мы продолжаем нашу программу «Раздевайся, не стесняйся» на телеканале Russian Music Box. В гостях у нас сегодня Бьянка. И прямо сейчас я хочу знать, что ты любишь есть? Вообще, люблю я есть жареную картошку с сосисками, с яйцами, которые хорошо прожарены на желтки, в них остаются жидкими. Неподвижными. Именно жидкими, друзья. Я очень люблю майонез.
соленые огурцы, капустка. Программа о здоровье. Но ты из Беларуси. Ты спросила, что я люблю. Я честно, я не вру своим слушателям. А вообще ем в последнее время, конечно же, по большей степени белок, очень мало сладкого и стараюсь есть супы горячие, потому что, ну, учитывая мой гастрольный график, если не буду есть супы горячие, я просто испорчу себе желудок. Вот, а так, конечно, если нужно срочно прийти в форму, белковая диета всегда спасает. Ну, поделись секретом. Секрет такой: встаете с утра, отварите себе курицу, можно есть белки от яиц, отдельно желток нельзя. Можно есть креветки вареные, ты ведущая, как правильно? Вареные креветки. Можно есть рыбу, а тоже отварную, я так скажу. И все это без соли, это можете есть в любое время суток абсолютно, и пить чай, никакого кофе, никакого молока, соответственно, никаких других сладких, никаких углеводов, никаких даже овощей. Вот это называется белковая диета. Браво! Ну и мы продолжаем нашу замечательную программу. Прямо сейчас комплекс упражнений от Бьянки number 3. Всем известно, что помимо силовых тренировок для женщины, особенно, ну и для мужчины в том числе, но для женщины в нашем случае сегодня девочкин день, очень важна растяжка для того, чтобы мышцы вытягивались, были красивыми, а не просто забитыми. Поэтому прямо сейчас Генка продемонстрирует нам чудеса растяжки. Да, друзья. Продолжаем качать наш пресс, друзья. Тренировка с певицей Бьянкой подошла к концу. Сегодня 2500 с вас. А с вас, как артиста, который приходит к нам и получает хорошее промо, благодаря нашей замечательной программе, должен снять одну какую-то вещь своего, как бы, вот, лука и оставить ее на память. Спасибо, друзья. Бьянка попрощалась навсегда со своим правым ботинком. Мы подаем его за как раз 2500, которые потом вам вручим. Мне кажется, что-то пошло не так, и меня обманули в итоге. Что-то пошло не так. Друзья, главное, чтобы так шло все в вашей жизни, и вы не расставались с физическими нагрузками. И с кроссовками любимыми. С любимыми кроссовками. И лучше расставайтесь с плохой едой, с негативным мышлением, с отвратительными привычками. И берите все только самое лучшее. Света вам, любви, добра, тепла. Намасте, Оксана Устинова, Бьянка. Встретимся ровно через 2 недели на Russian Music Box в программе «Раздевайся, не стесняйся».